Друзья, всем привет, это «Гол на миллион» от Inline, и с нами сегодня Денис. Денис, привет. Привет. Расскажи, когда ты узнал эту счастливую, радостную новость, что сегодня ты выйдешь на газон открытия арены, и у тебя будет шанс пробить? Сегодня днем мне позвонили из Inline и предложили, сказали, что я выиграл. Твои эмоции? Ну, обрадовался. Егор Сорокин. Просто радость. 80. Хорошо. А расскажи, с какой ты точки сегодня будешь бить? Я с углового хочу забить, чтобы выиграть максимум денег. Но какие шансы, как ты думаешь, у тебя? Сам как оцениваешь свои шансы? Ну, я думаю, что один из десяти я бы забил. Но у тебя всего один удар есть, поэтому тебе нужно один из одного. Ну, соответственно, мои шансы 10%. Ты будешь бить правой, левой ногой? Правой. Скажи, ты тренировался? Да нет, нет. Но сам играешь в футбол? Да, я играю в футбол. Но на тренировках, может быть, не накануне, а вообще... Ну, так всегда перед игрой, когда балуются люди, там, обычно именно это и все и делают. Есть какая-то у тебя тактика, как ты будешь исполнять удар? Нет. Просто можно сказать, если бы можно было, я бы прям глаза завязал. Это точно будет на удачу. Ну, то есть как ты будешь просто подходить? Просто из-за того, что... Не, ну, да, как обычно, вот как все футболисты бьются голову, чуть-чуть под углом, чуть, естественно. Чуть закручивая, да? Ну, естественно, да. Вот тут один вариант. С углового. Просто я говорю, на самом деле, вот все, кто иногда даже хотя бы собирается с друзьями играть, если перед матчем есть какое-то время, очень часто люди делают именно это. Именно встают под свою ногу и пытаются именно с углового забить. Это как еще с самого детства, не знаю, там, с 5 лет. Поэтому там у всех уже есть как-то навык какой-то определенный. Поэтому многие выбирают, наверное, угловой, потому что это действительно вполне реально. Это не вот что-то сумасшедшее. Просто, конечно, с одного удара это да, это сумасшедшее. Здесь оказаться это удача. Да, действительно. Тем более, когда действительно есть болельщики. Не то, что мы пришли тут ночью, никого не было. Когда вот рабочая атмосфера для футболистов. Да, антуражно, да. Согласен. Да, это классно. Так, два нас не интересует. Проходим мимо двух. Ну да, на самом деле газон-то мокрый, но я думаю, что за кромкой он не такой. Да. Кошмар. Ну, смотри, парни, тебя все поддерживают. Ой-ой-ой-ой-ой! Один надо было, да? Да, к сожалению, да. Чуть-чуть было посильнее. Но было реально близко, на самом было деле. Было похоже, чуть-чуть, даже по воздуху. Да, если бы чуть-чуть побольше, да, взять да. Радиус. Надо больше попыток. Или бы чаще тренироваться. К сожалению, ребят, к сожалению. Денис близко был, очень близко, но... Не получилось. Но, по крайней мере, он взял точку действительно достойную, угловой, и миллион рублей, умножение на 100, и был действительно близко. В любом случае, по традиции, мы дарим памятный приз, и Винлайн дарит памятный приз. Это мяч с автографами футболистов, настоящие автографы. Скажи, пожалуйста, нам прогноз на второй тайм. Что думаешь, какой будет как счет? Закончится, да, как закончится игра? Ну, думаю, что, скорее всего, конечно, Рубин сейчас побежит отыгрываться. И думаю, что у Спартака будет шанс на контратаке забить второй мяч. Вряд ли кто-то может быть, даже и третий, забьет. Потому что в первом тайме было еще 2 100% момента, которые можно было забивать. Да, но судя форму нашей команды в последних турах, будем счастливы и 2-0 увидеть. Хотя бы не пропустить. 2-0 прогноз от Дениса у нас. Посмотрим совсем скоро, как закончится этот матч.